Приветствую, меня зовут Раиль Арсланов. Представь ситуацию, у тебя, как и у многих других людей, возникло желание научиться петь. По многим причинам. Ну, во-первых, даже банально, если взять такое желание, подпевать своим любимым артистам, любимым рок-группам в домашних условиях. То есть, петь свои любимые песни для себя. Или, хорошо, другая ситуация, более возвышенная. Ты хочешь сделать приятное что-то своей девушке, а именно спеть ее любимую песню под гитару для нее. Хорошо, а было ли у тебя желание такое написать собственную песню, посвятить ее маме, спеть ее 8 марта или в день ее рождения? Что касается дня рождения, бывало ли так, что ты идешь на праздник, и там твой друг исполняет на гитаре очень-очень известные песни, все ему подпевают, все его любят, девчонки садятся вокруг него, и у тебя невольно возникает тоже желание научиться петь, играть на гитаре и собирать вокруг себя толпы народа, чтобы девчонки радовались тому, что ты исполняешь их любимые песни. Но всегда вставал один единственный вопрос, как научиться петь, чтобы выполнить все эти ситуации. Отсюда возникает другой вопрос. С чего начать? Кто мне поможет? Как это сделать? Куда идти? Сколько это стоит? И все эти множество вопросов ставят большой крест на нашем желании научиться петь, потому что нам кажется, что это сложно. Все эти вопросы возникали передо мной также ровно 7 лет назад, когда я еще не пел, как и ты. Но сейчас я хочу тебе помочь и хочу, чтобы ты начал петь именно с сегодняшнего дня. Есть решение данной проблемы. Я выпустил второй видеокурс, который называется «Учимся петь легко». Его я создавал вместе с преподавателем Оксаной Шигаповой, так что курс получился очень действенным и практичным, потому что мы все свои силы, все свои знания и опыт вложили в этот видеокурс, пройдя который, ты уже точно начнешь исполнять свои любимые песни. Первый этап данного курса посвящен основным правилам вокала. Что нужно делать, что не нужно, что правильно, как начать заниматься, первые упражнения. Второй этап посвящен чисто упражнениям. Там Оксана показывает, какие упражнения нужно делать, чтобы уже раскрыть свой голос, начать попадать в ноты. И третий этап непосредственно посвящен пению песен, наших любимых песен. Это самое главное. Поэтому и курс-то называется «Онлайн обучение вокалу в домашних условиях». Потому что частенько нет возможности ездить к преподавателю, нет денег, чтобы тратить на каждый урок, потому что один урок в Москве, например, стоит 1500, ну где-то вы, может, найдете за 1000 рублей дорого, а здесь, в данном случае, курс стоит примерно таких же денег, но в этот курс включено абсолютно все, вся база вокалиста, которая нужна, чтобы исполнять свои любимые песни. И учиться ты будешь в домашних условиях, не будешь волноваться. Да, заниматься с учителем эффективнее, но многие не могут раскрепоститься, когда рядом стоит незнакомый человек. А в данном случае видеокурс посвящен именно освоению вокала в домашних условиях. Ты открываешь один из уроков, изучаешь его сам в домашних условиях, никто тебе не мешает, не стесняешься, обычная, привычная обстановка, и не волнуешься, самое главное, то, что тебя отругают, то, что что-то не получится. На тебе лежит ответственность того, запоешь ты или нет, потому что ты занимаешься самостоятельно. И данный самоучитель поможет тебе раскрыть свои вокальные данные, свои вокальные ресурсы, чтобы запеть свои любимые песни. Приобретая данный курс, ты получаешь аж целых 3 бонуса. Первый – это урок по вибрато от Оксаны Шигаповой. Второй – это советы по борьбе с волнением от меня. И третий – это 2 вокальных разбора известных песен. Ссылочку на курс найдешь в описании под видео. Ну а если ты уже находишься на этой странице самого курса, тогда изучай информацию и скорее принимай решение, потому что до 25 октября действует огромная скидка. И ты получаешь аж целых 3 бонуса, что очень-очень круто. Надеюсь, твои желания все исполнятся, и ты наконец-таки запоешь свои любимые песни. С тобой был Раиль. До скорых встреч. Пока.